Привет, друзья, еще раз всех причастных с праздником. По вчерашнему видео там было очень-очень много комментариев, почему я не проверил балансировку УШМ-ки Vortex. Как я вам обещал, сегодня я это сделаю, специально приехал в праздничный день, чтобы вам это показать. Но чтобы это было еще интереснее, я взял прямых конкурентов. Это Elitech машинка MSHU-0811, ну, и всем известный штурм. Модели IG9012T. Ну что, давайте посмотрим. Итак, мы готовы. Штурм, Elitech и Vortex. Приступаем. Первый включаем штурм. Ну и теперь отдельно будет Vortex. Включаем. Итак, друзья, я думаю, сами все видели. То есть на ощупь особой вибрации нету. Ну, как бы она ходит. Также ходит немного штурм. Также ходит немного Elitech. То есть, ну, для кого-то это важно. Я вот для вас специально это вот сделал, показал, посмотрел. То есть, сам мой канал настроен на это. То есть, я вам показываю, что-то рекомендую, что-то не рекомендую. А конечное решение — покупать данный инструмент, не покупать данный инструмент, только за вами. Вот меня попросили сделать вот балансировку. Вот я вам сделал. По мне, здесь нормально. То есть, что вы там решите, может, вам что-то не понравится. Может, вам понравится там лучше у штурма, там, лучше или у Elitech. То есть, решение непосредственно только за вами. Всем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. Удачных вам покупок. Пока.